Всем грибной привет! Ко мне пришла зима. Самая настоящая снежная зима с нормальным покровом снега. В таком лесу гулять одно удовольствие. И сегодня я приглашаю всех вас прогуляться со мной по зимнему лесу, снежному, прекрасному январскому лесу. Закрываем месяц январь. Пойдем со мной. Какие же грибы могут расти зимой? Очень много трутовиков. Вот это, например, у нас трутовик настоящий. Растет вот у нас на лиственном дереве. Очень интересный гриб, этот довольно-таки старенький. Такой гриб не собирают, он несъедобный и неинтересный. Единственное, что с него можно делать, это поделки. Еще он лечебный, но об этом я рассказывать сегодня не буду, потому что применять я его не умею. Просто деревянный гриб, но очень красивый. И в зимнем лесу встречается их очень много. А еще в зимнем лесу есть вешенка. Вешенка обыкновенная, встречается на лиственных деревьях. Вот. Вот здесь она была, если так можно сказать, была. Она-то как бы и есть, но уже очень старая, поеденная, испорченная. Если бы она была хорошая, независимо от того, что снег и мороз, ее можно было бы собирать. Этот гриб прекрасно выдерживает морозы, холодные температуры. Вот теперь он продолжает расти. Внутри этого гриба содержатся некие вещества, которые работают как антизамерзайка. То есть гриб останавливает свой рост и потом продолжает. Портится гриб только если это делает раз несколько. 3-5, в зависимости от того, какие температуры, какая влажность, все зависит от погоды. Но этот гриб уже просто испортился. То, что эта вешенка выдает, шляпка, и внизу там пластинки. Вот. Остатки от пластиночек. Здесь рос он вот такой вот гроздью, но уже все. Уже не растет, уже, так сказать, дорос. Гриб-вешенка я собираю всю зиму. Начинается это где-то в октябре, плодоношение этого гриба, и заканчивается даже где-то в мае, если май не 40-градусный, если май обыкновенный. Ни мороза, ни снега этот гриб не боится. Вот этот вот гриб, это трутовой гриб, это дедалиопсис. Для того, чтобы определить дедалиопсис бугристый или дедалиопсис трехцветный, нужно посмотреть на его верх. Вот сейчас мы посмотрим и узнаем, что это за гриб. Это несъедобный гриб, но очень красивый, особенно своей нижней частью. Такая вот нижняя часть у дедалиопсисов. Не то это пластинки, не то это лабиринты.
Вот сухие. Растет этот гриб практически постоянно. Он усыхает, разлагается и начинает расти новые плодовые тела. Вот здесь вот этого гриба по всему стволу дерева разрослось. Вот. Его не собирают. Но очень часто его мелкие лабиринты принимают за пластинки гриба-вешенки и думают, что нашли вешенку. А это не так. Вот я сейчас его отломаю, и вы увидите, что это не вешенка. Берем нож и его, этот гриб, отрезаем. Ну или отламываем, как там уж получится. Вот пластинки этого гриба. У вешенки они очень плотные, равномерные и начинаются от основания и заканчиваются на краю шляпки. Здесь эти лабиринты вот такие вот штриховатые. И поверхность. Здесь поверхность не гладкая, а немножко шершавая. В бороздах вот видно, что такая поверхность трутовика. Таких вот грибов встречается зимой просто немерено. И очень интересно их знать, чтобы не перепутать с съедобными. Потому что вы его не раскусите. Он очень-очень твердый. А знаете, чем пахнет? Такой, знаете, сушеной, пересушеной рыбой. Никогда не нюхала дедалиопсисы. Вот эти вот крошечки, это у нас фламулинки. Они у нас растут на вязе, они уже потемнели от мороза, но грибы еще очень хорошие. Все это фламулин, абсолютно все. Съедобная, хорошая, независимо от того, что она такая твердоватая, примерзшая, этот гриб хороший. Для него морозы не страшны. Дело в том, что это зимний опенок. Ему на снег все равно. Оттого он и зимний. Называется фламулина бархатистоножковая. Многим этот гриб знаком, а многие не знают о нем ничего. Вот грибы есть еще и с этой стороны. Тоже их соберем. Чистить буду дома, потому что сейчас они замороженные. И это сделать невозможно. Вот есть, конечно, и присохшие экземпляры. Вот, беру самые лучшие. Вот так под шапочками снега грибы и не видно, а они есть. Замороженные, но хорошие. Зимние грибы прекрасно переносят заморозку. Просто замечательно переносят заморозку. Оттого их можно собирать и в такие морозы, и в снег, и после. Сегодня мне просто невероятно везет на испорченную вешенку. Вот одна из них. Сухая. Пахнет, знаете, такой рыбой подсоленной, подсушенной. Такой интересный запах. Но эта вешенка уже испорчена. Хорошо видно, что она испорчена. У нее уже темные пластинки. Вот здесь даже плесенью покрылись. Очень темные пластинки. Вот это вообще почернело.
Ну, это вообще уже не то слово. И почернело, и испортилось, и плесенью покрылось. Все вместе. Вот. А вот у нас вешенка. Вешенка обыкновенная, вот немножко примороженная. Внизу есть объеденная. И под корой есть молодая, вот там вот, еще даже черная. Пока гриб вешенка молодой, он имеет черный цвет шляпки. Многие удивляются, что вешенка встречается абсолютно разного цвета. Одни встречают только темную, другие светлую, третьи бежевую и думают, что это разные грибы. Нет. Такая вариация возможна. Все зависит от возраста гриба, от места произрастания и достаточного количества освещенности. Сейчас я вам покажу, какая она темненькая, когда молодая. Вот такой вот у нее цвет. Вот там вот под корой она вся такая. Она примерзла, легко отламывается. Вот. Такая вот она темненькая, когда молодая. А там вот выше уже посветлело. И вот вешенка, которая уже на свету проросла какое-то время и даже немножко подморозилась. Цвет пластинок еще чем-то похож, а вот цвет шляпок совершенно отличается. Видите, при недостатке света она темная под корой. На свету она светленькая может быть. Но и та вешенка хорошая, ее можно собирать. Так что, как вы видите, независимо от снега, мороза, температуры, зимние грибы есть. Они растут. Их можно собирать. Устало, страшно. Очень тяжело ходить по снегу. Будем выбираться.